Программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Опасно на льду, опасно в полях. В Барнауле начались подвижки льда, а в районах полыхает трава. Больше 50 очагов за сутки. Животноводы на грани отчаяния, коровы на грани вырезания. Закупочная стоимость молока стремится к минимуму за последние 5 лет. Потеряли 7000 пчелосемей. Как вести переговоры аграриям и пчеловодам, чтобы решить проблему гибели пчел? Подвижки льда начались на Оби в районе Барнаула. Большие глыбы разламываются и уплывают вниз по руслу. Остаются лишь кусочки. Однако полноценным ледоходом это пока назвать нельзя, так как остается еще на реке участки, покрытые неподвижным льдом. Изначально прогнозировали, что ледоход этой весной начнется 7 апреля. Но из-за похолодания он на несколько дней сдвинулся. И теперь его ждут 12 числа. Середина апреля – традиционное время для освобождения Оби ото льда. Вскрываться от него уже начали другие реки региона. В частности, подвижки наблюдаются на Катуне, Черешей и Алей. Добавим, что в целом уровень воды в реках сейчас невысокий. Так, в Оби он около 200 сантиметров. Это почти в 3 раза ниже критической отметки – 560 сантиметров над нулем водомерного поста. Эксперты прогнозируют, что первая волна паводка пройдет спокойно. Больше сотни термических очагов зафиксировали на территории края за последние сутки. В 51 случае горела трава. Для мониторинга обстановки в наиболее неблагополучные в этом смысле районы Шилоболехинский и Усть-Пристанский спасатели направили 2 оперативные группы. По данным МЧС, каждая горячая точка сейчас находится под контролем. Тем не менее, спасатели напоминают жителям края, что сжигать сухую траву опасно. Огонь в любой момент может перейти на жилые дома. И тогда избежать трагедии будет непросто. К другим темам. Жители Алтайского края вновь готовы взяться за нож. Люди всерьез намерены сокращать поголовье скота в подворьях. Все дело в цене на молоко. В марте закупщики начали принимать его всего по 19 рублей за литр, в то время как зимой давали 21. И по словам переработчиков сырья, это еще не предел. Цена вскоре упадет еще сильнее. А между тем владельцы личных и фермерских хозяйств говорят, что устали работать в убыток. Из Усть-Калманского района сюжет Анастасии Дороган. В Черешском частный магазин литр 98 рублей молока. А мы корячимся. И за 19 рублей сдаем. Молокопроизводители вновь один на один с рынком. Пару недель назад стоимость литра сырого молока с 21 рубля упала до 19. Владельцы поголовья говорят, что содержать коров уже убыточно. У меня 3 дойных. Была бы работа постоянная, может быть, сократила. Но у меня нет постоянной работы, а мне детей надо поднимать. Приходится держать. Это у нас в деревне единственный наш заработок. Цены на сено, на соляру, на молочную продукцию в магазинах не падает. Это весной, впрочем, как и в предыдущие годы, переработчики молока в крае снижают закупочную стоимость сырья. Происходит это в марте-апреле, когда коровы телятся и молока, наоборот, много. Владельцы личных подсобных хозяйств с целью заработка держат от 3 до 8 коров. А есть те, кто брал грант под ферму и сейчас не может просто взять и бросить затею. Когда мы в гранте бизнес-проект писали, цена молока была 19 рублей. Ну, всей себестоимости взять солярку, по-моему, 32 рубля проходила. Налоги там тоже земельные, гораздо ниже все это было. Даже взять сейчас медикаменты, все выросло примерно с процентов на 70. Люди говорят, что закупщики стали чаще выливать их молоко, мол, кислое или недостаточно жирное. Но как проверяют эти показатели, когда в самой машине нет оборудования, владельцы скота не знают. Не обосновывают им и ценообразование сырого литра. Единственный переработчик, Усть-Калманский маслосырзавод, диктует свои жесткие правила. Сам же продает молоко не ниже 50 рублей за литр. 3,2, 63. 63. Это местного завода, да, продукция? Да. Вкуснее, удобнее нам здесь. Уже знаем, что подвоха нет. Может, даже более-менее настоящее. Владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры и грантодержатели говорят, что сменить закупщика невозможно, от тебя откажутся. Рынок поделен, и все четко знают своих и чужих. Но и мысли о смене сейчас не возникает, потому что все районы в округе сдают по одной цене.
На 19 рублей за литр жалуются в 11 районах края. Рубцовский, Завьяловский, Третьяковский, Шипуновский, Алейский. Стоимость сырья упала в один момент. В течение года поступило 17 обращений от владельцев личных подсобных, именно личных подсобных хозяйств из 11 районов Алтайского края. Обращения начали поступать примерно в 20-х числах марта. Ведомство сделало запросы закупщикам о вопросе ценообразования. За последние 5 лет в крае выявили 5 заключений антиконкурентных соглашений. Однако до жителей Усть-Калманского района доходит информация, что заводу некуда девать сырье. Этого не исключает председатель Аграрного комитета КЗС Сергей Серов. По его мнению, из-за санкций внутрироссийский рынок перенасыщен молоком. Решить эту проблему могли бы снабженческо-сбытовые кооперативы. Кооперативам, благодаря большим объемам, проще наладить закупку и сбыт молока и молочной продукции, организовать совместную заготовку кормов. У них есть возможность покупки охладителей и другого оборудования, стоимость которого может быть компенсирована по госпрограммам. Кооперативы также могут пользоваться и другими мерами государственной поддержки, в том числе льготными кредитами. Стоит задуматься производителям, что если они снизят маленько стоимость своей продукции, то она будет большим спросом пользоваться. Мы ждем, когда будут акции, чтобы купить побольше йогурта в магазинах. А если цена высокая, не каждый себе может это позволить. В то же время производители жалуются на наценку торговых сетей в 50-70%. Проблема системная, но решать ее надо с низов. Судя по данным Алтайкрайстата, численность поголовья личных подсобных хозяйств с 2014 года сократилась на четверть. Самая низкая закупочная стоимость литра молока, зафиксированная в крае, 14 рублей. Сейчас пока 19. Но это еще не предел, говорят переработчики. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. В Алтайском крае выросло производство соков. Так, за последний год общий объем производимых фруктовых смесей и овощных соков увеличился на 17%. Об этом сообщает краевое отделение статистики. На первом месте по приросту виноградный сок. Его производство выросло в 1,5 раза. Сырье, на удивление, местное. Сегодня виноград в крае выращивают на участке в 96 гектаров, с которых за прошлый сезон собрали 400 тонн сырья. Добавим, наряду с соком в нашем регионе выросло и производство морсов на 29%. Больше 7 тысяч пчелосемей, по официальным данным, пострадали и погибли в крае за последние 3 года. Причина, по словам владельцев пасек, ядохимикаты, которыми аграрии обрабатывают поля. Районы, где ежегодно фиксируют пчеломор, стали Косихинский, Троицкий, Усть-Калманский и Завьяловский. Отдельные случаи зарегистрировали еще в 22 муниципалитетах региона. Такие данные озвучил сегодня замминистр сельского хозяйства края Михаил Чмырев в ходе научно-практического семинара, посвященного состоянию пчеловодства на Алтае. Тему продолжит Анара Шагирова. Основной вид деятельности – это пчеловодство. Но мне 2 года просто не дают, меня травят. История с массовой гибелью пчел вот уже несколько лет объединяет многих пасечников края. Только по официальным данным, за последние 3 года в регионе пострадали и погибли 7 тысяч пчелосемей. В прошлом году реальные случаи пчеломора зарегистрировали в 16 районах края. О последних подсчетах рассказал один из владельцев пасек. У него из 20 пчелосемей в этот раз перезимовала только одна. Такого печального опыта за 6 лет пчеловодства, говорит, не было. У меня одна семья перезимовала. Все остальные перед зимой у меня пустые улья были. Все погибли. Один, вот у меня рой зашел, как бы я его под сугроб закрыл, все, они перезимовали. А вот все то, что у меня на точке были пчелы, у меня ни одной семьи нет, не осталось. И причина, жалуются сами пчеловоды, очевидно. Фермеры обрабатывают поля химикатами, а страдают насекомые. Эту проблему обсуждали сегодня на региональном научно-практическом семинаре. О том, как ее можно решить, высказались сами пасечники. На данный момент мне известно то, что я понял за эти года, сколько мы стояли, допустим, на рапсе. Если фермер до цветения провел все плановые обработки рапса системными препаратами до цветения, до периода кутенизации, то есть вот только первый цветочек появился на рапсе, вот должны последние обработки пройти. Неделю пчела на цветущий рапс не идет примерно. После этого момента до конца цветения фермеру на поле делать нечего.
Кроме того, применять можно и менее токсичные препараты. Они первого и второго класса опасности, как говорят пчеловоды. Но почему-то фермеры любят перестраховываться, а некоторые еще и травить свои поля днем, что по закону запрещено. К тому же растеневоды обязаны предупреждать о ближайшей обработке полей, на что пасечники задаются вопросом к законодателям. Знаете, такой вопрос. Вы учли расстояние до пасек, все остальное. А вы не брали во внимание то, что у нас большая часть стационарных пасек. И пчеловоды, физически невозможно им уехать. Вообще в отношениях между фермерами и пчеловодами много моментов, которые не урегулированы законом. Их-то и просят решить владельцы пасек, чтобы хоть что-то предъявить фермерам в случае гибели пчел. Однако, как говорит замминистра сельского хозяйства, в этом вопросе не все так однозначно. Сколько у нас было случаев, мы опять же это документально зафиксировали. Когда приезжает фермер к пчеловоду, говорит, у меня, энтомологическая ситуация на полях такая, что я через 3 дня буду обрабатывать поле пестицидами такого-то класса опасности. Можем потравить пчел. Пожалуйста, убери пасеку. Может, тебе помощь нужна? Нет, ничего не надо, я сам справлюсь. Значит, и потом пчеловод думает, справлюсь, не справлюсь, пронесет, не пронесет. Короче, закрыл литки, передержал пчел 1 день, а потом взял и выпустил их. Ну, они, естественно, погибли все. И вообще, предложил замминистра, решать многие вопросы аграриям и пчеловодам нужно просто. Садиться с ними за стол, брать бутылку, резать сало и говорить, слушай, друг, да давай понимаем, Анара Шагирова, Дмитрий Денисов, «День с толком». Продолжим выпуск. В Барнауле продолжается разбирательство по делу о драке на Старом базаре. Теперь на скамье подсудимых Дмитрий Лопатин, которого некоторые участники конфликта считают зачинщиком драки. Его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Однако сам Лопатин своей вины не признает. Тормозит судебное разбирательство и то, что некоторые свидетели не появляются на заседаниях. Поэтому говорить о завершении судебного процесса пока рано. Подробнее далее. Дело о драке на Старом базаре принимает новые обороты. Теперь осужденный Михаил Старцев выступает в качестве потерпевшего. Его адвокатам удалось добиться возбуждения дела в отношении свидетеля Дмитрия Лопатина, которого в соцсетях называли инвалидом. До этого правоохранители долгое время обходили его вниманием. Хотя, по версии следствия, он принимал активное участие в конфликте и стал его зачинщиком. Лопатин, по мнению второй стороны, первым нанес несколько ударов Старцеву и сопровождавшим его девушкам. И только затем к конфликту подключился Павел Рохлов, который и погиб в драке. Напомним, ранее суд приговорил Михаила Старцева к 6 годам колонии. Но теперь Старцев уже сам подал иск против Лопатина, ведь тот нанес несколько ударов палкой по лицу Старцева. До сих пор никто не может точно ответить, что Лопатин использовал как оружие. По одной версии это бита, а по другой трость. Кстати, именно из-за последней Лопатина в соцсетях окрестили инвалидом, хотя таковым он не является. Сейчас его обвиняют по 112 статье – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Сегодня проходило заседание по этому делу, однако выслушать получилось лишь одного свидетеля – Лилию Ворогушину. Остальные свидетели не явились по уважительным причинам. Сторона Лопатина заявила, что заключения будут даны только после рассмотрения всех доказательств стороны обвинения. Это показания остальных свидетелей и учет материалов дела. Потому на следующих заседаниях предстоит исследовать видеозаписи с места происшествия и вещественные доказательства. Ту самую биту Лопатина, а по другим версиям – Но каким же на самом деле предметом он наносил удары следствию, тоже предстоит выяснить. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Рядом с одним из домов Барнаула опасно ходить. Обломки крыши летят прямо на прохожих. При этом руководство управляющей компании утверждает, что хотело бы, но не может повлиять на ситуацию. Почему, знает Данил Кузнецов. Огрызки этих карнизных плит валяются по всему двору на Георгия Исакова 237. Кровля 53-летней хрущевки осыпается буквально на глазах. Выжил я из подъезда покурить. Ну и под козырьком как бы стою, курю и слышу, так что-то упало. Я раз обратил внимание, что с правой стороны вот у меня упал пласт. Нормальный такой. Даже когда мы с оператором приехали на съемки, на нас упал камень с крыши. К счастью, никто не пострадал. Но слева детский сад, справа обрушающаяся крыша. Люди ходят, как долго это продержится, неизвестно. Ничуть не лучше ситуация внутри подъезда. Крыша протекает уже не одно десятилетие. Здесь стекло прямо очень сильно.
На полу была вода, и потом посмотрите, вот щиток, над щитком там что делается, там тоже текло, когда-нибудь замкнет, я не знаю, что будет. Потом вот этот угол у соседа, он до сих пор, он весь мокрый, еще не высох. Жильцы бьются за ремонт крыши уже в течение 10 лет. В ДС мы обращались в нашу управляющую компанию, в ЖЭО, потому что деньги туда тоже наши уходят, чтобы они пришли, оторвали этот кусок, не знаю, как там, убрали этот кусок плиты и что-то сделали. Бесполезно. По лету пришлось обращаться в МЧС, набирали 112, они уже перенаправляли на прокуратуру. Как выяснилось, деньги жильцов дома уходят на специальный счет. Таково было решение самих собственников несколько лет назад. Поэтому, поясняет в управляющей компании, она не может выделить средств на капитальный ремонт крыши. Кровля не входит в перечень работ, которые попадают под так называемое обслуживание дома. Управляющая компания может выделить деньги исключительно на оплату труда дворников, содержание дома и мелкосрочный ремонт. Ситуация замкнулась. Крышу вроде бы и можно капитально отремонтировать за счет средств спецсчета, но на нем не хватает денег. Нужно минимум в 4 раза больше. Другой вариант – частичная починка крыши за счет жильцов. Собрать нужно около 1 000 000 рублей. На сегодняшний день видим только один способ решения вот проблемы текущего ремонта карнизных плит. Только дополнительные средства собственников. Сумма, конечно, большая на сегодняшний день. Она составляет где-то 1 000 000 рублей. Но необходимо начать эти дополнительные средства собирать. Сейчас у жильцов два варианта, говорят в управляющей компании. Первый – самим собирать деньги на капитальный ремонт или отдельную починку плит. Второй – уходить от схемы со специальным счетом на общий. И затем уже ждать помощи по краевой программе. Крышевать себя самим или несколько лет стоять в очереди на помощь? Вот такой непростой выбор перед жильцами барнаульской многоэтажки. Данил Кузнецов, Александр Антропов. День с толком. Более 200 автомобилей из разных регионов России планируют отправить в зону СВО для помощи бойцам. 14 из них закупят и подготовят в Алтайском крае. Это новый проект «Автопоезд», организованный к 9 мая Народным фронтом совместно с РЖД. Подробнее далее. В акции активно участвуют представители Смоленского, Залесовского районов, Бийска и, конечно, краевой столицы. Барнаул участвует достаточно активно. Вот сегодня мы сейчас с вами увидим два автомобиля. Предприниматели Барнаула обеспечили при содействии администрации приобретения. В барнаульской мастерской машины сейчас приводят в надлежащий вид. Была отремонтирована трансмиссия, заменены колеса. Колеса для, с грязевым протектором. То есть технические жидкости, ну, какие-то там работы по электрике были сделаны. То есть автомобили могут уже сразу после прибытия в зону СВО уже отправляться, скажем так, на боевые задачи. Они готовы. После того, как автомобили повышенной проходимости будут готовы к отправке, своеобразную автоколонну поставят на железнодорожные платформы. Надеемся, что к 9 мая машины придут в Ростов, и дальше уже ребята заберут их и будут использовать для выполнения своих задач. Мы делаем все для того, чтобы нашим ребятам было там комфортнее, да, то есть, чтобы самое главное сохранять их жизни. К слову, площадок для подготовки автомобилей несколько. Автослесари должны работать оперативно, так как отправка внедорожников запланирована на первую декаду апреля. Татьяна Голубева, «День с толком». Сегодня в Барнауле приводили в порядок скверы. Их очищали от мусора, ворошили снег и собирали прошлогоднюю листву. Все эти работы проходили в рамках очередного субботника, второго по счету, в рамках акции «Чистый четверг». Совсем скоро в центре города зацветет яблоня. Рядом со скульптурной композицией в центре города сегодня наводят лоск. Волонтеры, рабочие, студенты, представители управляющих компаний и просто неравнодушные барнаульцы убирают мусор и снег. Провести уборку на городских улицах в чистый четверг откликнулось почти 8000 человек. Было задействовано около 50 единиц спецтехники. Внешний вид, как бы центральный проспект, один из центральных проспектов. Надо, чтобы маленько почище было, меньше мусора. Особое внимание к скверу и на Демидовской площади. Участок большой, работы много. На помощь к студентам и бойцам студотряда пришел глава центрального района. Планируем конкретно здесь, на Демидовской площади, во-первых, заниматься сбором мусора, смета,
и пройдем все прилегающие территории по объявлениям, по надписям, по вытающему мусора. Всего планируется у нас около 3000 в центральном районе вот в этом чистом четверге принять участие. Напомню, что Демидовская площадь участвует в общественном голосовании. И в рамках национального проекта барнаульцам будет предоставлена возможность проголосовать за 37 территорий, в которых участвует тоже Демидовская площадь. Помимо этих двух скверов преобразились сегодня еще несколько городских точек. Площадь Мира, сквер на улице 50 лет СССР и несколько улиц в спальных районах. Вскоре порядок наведут и в других общественных местах. Общегородской субботник запланирован на 28 апреля. В нем планируют принять участие десятки тысяч барнаульцев. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит и подписывается на нас в социальных сетях, на YouTube и Рутуб-канале. Напомню, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Очередной выпуск нашей программы завтра в это же время. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи!